каждый день мы куда-то спешим. Современная жизнь – это глобальная информатизация и, как следствие, ускорение темпа жизни. Но прогресс – это не только благо цивилизации, но и последствия, порой трагические. Из-за увеличения парка машин в России теперь ежедневно в дорожных авариях гибнет примерно 100 человек. Еще больше получают ранения и остаются инвалидами на всю жизнь. Но на улице мы почти не видим людей, которые по разным причинам не могут самостоятельно передвигаться. Для инвалида на коляске современный город – это непроходимые каменные джунгли, которые в одиночку способны преодолевать только физически подготовленные люди. Но если раньше в Советском Союзе людей с ограниченными физическими возможностями попросту не существовало, то за последние 10 лет ситуация кардинально меняется. Наш рассказ о том, как в этом мире можно помочь инвалидам стать по-настоящему свободными и востребованными людьми. Андрей Назаренко поменял уже 3 места работы. Все из-за того, что добираться на нее он просто не в состоянии. Это сейчас он учится ходить на протезах. До этого 3 года провел в инвалидном кресле. Говорит, что в России есть свои уникальные технологии, и врачи возвращают людям ноги, пусть и искусственные. Если инвалид может снова ходить, то для него открывается заново целый мир. Коляска – это экономический компромисс. Небольшая стоимость, относительная мобильность и постоянная угроза опрокидывания. Попал я в Новокузнецк, там федеральный центр медико-социальной экспертизы и реабилитации инвалидов, вот, где еще по старинке, слава богу, благодаря директору, который там дедушка работает, осталась вот эта добрая система протезирования. Вот. Там меня сначала, как положено, положили в стационар, вот, меня сразу под себя как бы врач-ортопед-травматолог вел от начала до конца. Как положено, анализы, ЭКГ, все противопоказания, там, ну, все полностью. И определили, да, необходима операция сначала, необходимо лечение, физио, необходимо то-то, то-то, то-то. ЛФК, лечебная физкультура, то-то, то-то, то-то. В итоге меня привели к протезированию. В процессе протезирования тоже целая кухня, где за мной следят. После изготовленных протезов меня учат ходить, пользоваться, все остальное. И пока я не сдал, ну, как бы своеобразный экзамен по ходьбе, правильно ли я хожу, вот после этого меня выписали. Это уникальные кадры. Директор окружного центра спорта инвалидов Эдуард Исаков, он же двукратный чемпион мира по жиму штанги лежа, решил лично попытаться проехать по маршруту, который часто используют люди на инвалидных колясках в одном из городов Югры. По сути, это настоящий социальный эксперимент. В Европе парламентарии уже почувствовали все прелести такого передвижения. Но в России чиновники еще этим не занимались, тем более, что для самого Эдуарда Исакова контроль за такими объектами и доступом в них – прямая обязанность. Центр спорта инвалидов занимается не только спортом, но и реабилитацией инвалидов, контролем за соблюдением 78-го окружного закона по созданию безбарьерной среды для маломобильных групп населения инвалидов. И в рамках этого закона планируется с 2008 по 2012 год полностью создать комфортные условия для людей с ограниченными возможностями в округе. То есть человек с ограниченными возможностями сможет попасть туда, куда ему необходимо, сможет спокойно выйти из дома, будет соответствовать и автотранспорт, и построены пандусы, пешеходные переходы. И это будет не только для людей с ограниченными двигательными способностями, возможностями, но и для людей слабовидящих и слабослышащих. Итак, мы постараемся проверить, сможет ли профессиональный спортсмен, тяжелый атлет проехать там, где инвалиды, по идее, должны ездить каждый день. Сейчас мы покажем, как реально можно подняться и спуститься при помощи инвалидной коляски с пандусов. We'll be right back.
Почти получилось, я остался жив. Съехать еще можно. А вот теперь попробуем заехать на этот пандус. Это надо столько силы иметь, чтобы заехать, у меня ее нету. Наверное, у женщины, которая находится в коляске, у нее точно так же не получится заехать на этот пандус. Иногда не коляска меня, а я коляску оттуда, вот когда скользко, особенно ребятишки, когда накатают, это больше их, а не мое. Тут горка такая классная, все. Время придет, увидите. И все, я тут, она скользит, резина лысая уже, старая. Шу-шу-шу, никак. На коленке вылазишь, шу-шу-шу. Нормальная такая разминочка. Андрею Назаренко деревянный пандус сделали работники местного ЖЭО. Причем без всякого заявления. Просто позвонил и попросил. Хотя на самом деле таких спусков должно быть гораздо больше. В округе 45 тысяч инвалидов, это небольшой город. И достаточно большая часть их люди не способны передвигаться самостоятельно. В результате многие заперты в четырех стенах, как в домашней тюрььме. Хорошо, когда, как у Андрея Назаренко, есть семья и сговорчивые соседи. Трагедия в том, что, как правило, такие люди еще и одиноки. И денег на высокотехнологичные протезы может просто не быть. На наших российских МПО «Энергия» компоненты, составляющие, ну, на наши протезы, такие, как я, ребята, ходят без трости, без всего, вы даже не поймете, что он без ног. В течение года. Они после операции через 45 дней уже ставят человека на ноги. Сейчас все больше внимания уделяется развитию спорта среди людей с ограниченными физическими возможностями. Для тех, кто имеет различные нарушения, чемпионаты и первенства – это порой единственная возможность собраться всем вместе. Но ежедневные тренировки требуют специальных условий для доступа в спортзалы, бассейны и другие социальные объекты. Программа по созданию безбарьерной среды в округе будет работать уже с 2008 года. На самом деле этот закон, федеральный 181 закон о социальной защите инвалидов, ему более 12 лет. И если смотреть в целом по России, то практически на 99% ничего нет в России, что соответствовало тем требованиям, строительным нормам и правилам для маломобильных групп населения инвалидов. Поэтому Ханты-Мансийский округ – это не то, что один из самых первых, а самый первый, как субъект федерации, именно поставил задачу вот, выполнения этого закона и создания именно беспрепятственного доступа для инвалидов. Я это смог самостоятельно, без сопровождающего, подняться на этот пандус. Смысл тот, что мы еще не очень опытны в этом. Вот как его правильно сделать? Объектов очень много. Вроде бы вот она, строители, есть прораб, есть то, другое, третье. Они уже залили, допустим, основной бетон. Вот. Им кажется, что это замечательно, прекрасно. Да, даже я на электрической коляске заеду спокойно на электрической. Но сажусь вручную, я заехать уже с трудом. Я спортивный, так сказать, более-менее человек. Вот. Оказывается, уклон не тот. И надо было, то есть, длину этого пандуса сделать в два раза длиннее. Тогда он бы тогда соответствовал безопасности. Вот. Или в данном случае можно сказать, что такой пандус, да, по нему можно инвалиду заехать, но с помощью кого-то. Кто-то должен ему обязательно помочь. А самостоятельно это уже опасно, потому что с данным уклоном он может опрокинуться затылочком, удариться о твердую поверхность и получиться, так сказать,
неприятные моменты. Вот этот спуск построен строителями вообще неизвестно для кого. Тут не то, что инвалиду, здоровый человек может пострадать. Кому понадобилось строить этот убийственный аттракцион, трудно даже представить. Ни одна мама с детской коляской тут не проедет. Не то, что инвалид-колясочник. Я недавно с коляски сошел. Я бы не уехал. Вернее, уехал, я бы уехал сюда и неизвестно, где бы остановиться. Наш случайный собеседник и тот оказался пострадавшим после дорожной аварии и месяц провел в кресле. Вот такая вот случайная статистика. Андрей Назаренко занимается спортом постоянно. Чтобы тренироваться рядом с домом, нужно сделать въезд в местный спорткомплекс. А вот здесь вот у нас как бы вот намерение, что вот здесь самое удобное место, где можно сделать этот пандус сзади. Экономия на материалах, людских ресурсах, да и просто чисто российская. Поручили сделать, сделали как смогли. Приводит Андрея Назаренко в недоумение. Почему при проектировании об инвалидах забывают напрочь? Непонятно, тем более сейчас, когда многие россияне становятся паралимпийскими чемпионами. И спорт среди инвалидов приобретает массовость. Если не соблюдать правила, такой пандус – просто деньги на ветер. Он не нужен ни инвалидам, ни кому-либо другому. Мы сами еще не очень понимаем, что такое доступность, безопасность и безбарьерность. Когда я снял протезы, у меня одни возможности. Когда я в протезах, у меня другие, вы только что видели. Вот. А если я буду успешно, в итоге встану на постоянные протезы, вот сейчас у меня лечебные, тренировочные, то человек, впервые меня видевший, с трудом будет догадываться, что у меня вот проблемы такие. Это действительно, ну я просто видел, как ребята ходят. Есть в Югре и множество объектов, которые отвечают современным европейским правилам. Например, в Ледовом дворце есть пандус, специальные VIP-места для людей на колясках, лифт, который доставит на трибуны, и везде указатели, чтобы можно было спокойно передвигаться и даже не спрашивать дорогу. В конно-спортивной секции Ханты-Мансийска тоже нет барьеров. Здесь с инвалидами занимаются ипотерапией. Это стало возможно после того, как ученые заметили, что животные способны к реабилитации человека. Работаем с реабилитационным центром «Лучик» и, естественно, со всеми желающими детьми-инвалидами, которые приходят к нам. Работаем, естественно, и с родителями этих детей-инвалидов, потому что многое приходится объяснять нашу методику. В нашем центре работает также и психолог, который непосредственно занимается с детьми. Имеется комната для реабилитации детей-инвалидов. Самое удивительное в этом феномене оздоровления то, что ученые до сих пор не могут его объяснить. Эффект налицо, а как это работает, неизвестно. В основном пациенты здесь дети и подростки. Для доступа к занятиям для людей с ограниченными физическими возможностями есть спуски с двухуровневыми перилами и с минимальным углом. Лифт, который шире обычного, причем его двери закрываются только вручную. Все это становится возможным благодаря включению таких условий в проект сооружения. И сегодня соблюдение этих условий может влиять даже на имидж страны. Смотрят по России, по тому субъекту, если у нас все это предусмотрено, если инвалид себя чувствует комфортно, значит в стране порядок, значит в стране более-менее все хорошо. Если про этих людей забыли, значит это такое государство. Ну и теперь финал нашего эксперимента. Сможет ли все-таки Эдуард Исаков попасть внутрь спортивного комплекса? Да, все получилось. На штурм крыльца человек, поднимающий штангу весом в 300 килограммов, потратил почти полчаса. А вот бизнесмены уже давно поняли, что такие условия для людей с ограниченными физическими возможностями – это еще и дополнительные клиенты. Причем это уже не единичные архитектурные случаи, а нормальная практика. Программа создания безбарьерной среды будет работать на то, чтобы все без исключения важные объекты жизни людей строились на таком же уровне. А,
хоть законы выйдет уже, вступит в силу в 2008 году официально, но у нас уже в 2007 году создана программа по созданию безбарьерной среды в Ханты-Мансийском автономном округе. И в рамках этих программ предусмотрено очень много мероприятий. И вот за год на окружных объектах, спортивных объектах созданы условия где-то процентов на 80. И на других объектах социального, культурного назначения точно так же. То есть эта программа курируется первым заместителем председателя правительства Натальи Леонидовны Западновой. И там очень четко все отсматривается, все проблемы, и делаются все возможные для того, чтобы решить эти проблемы и создать условия. Программа создания безбарьерной среды – это не только физический доступ к объектам социальной инфраструктуры, но и создание равных возможностей доступа инвалидам к информации, связи, образованию, здравоохранению, культурной жизни, занятиям спортом. А также установка специального оборудования. Значительная часть финансирования пойдет на приобретение специальных автобусов, механических платформ, лифтов и других устройств. Общий объем финансирования мероприятий программы из средств бюджета Ханты-Мансийского округа составляет 869 миллионов рублей. Безбарьерность, она кому нужна? Там же, как там прописывается, маломобильные группы населения. И пошли, начали считать. В первую очередь, конечно, это инвалиды-колясочники. Вот, потом это пенсионеры, люди пожилые, да. Вот, это дети, да, до 5 лет там почему-то считают. Потом кто там еще? Люди с колясками, с детскими, да, ребятишек. Временно нетрудоспособных граждане, у которых временно, так сказать, затруднения с функциями опоры и движения. Там, кто еще у нас маломобильный-то? Вот. Мы в любой момент можем стать маломобильным. Поэтому мы делаем не только инвалиду-колясочнику. Вот. И дело не только в пандусе. Кроме пандусов есть еще много параметров, которые должны соблюдаться. Вот так вот каждый из нас потенциально может стать человеком, который попадает под определение «маломобильный». Достаточно подвернуть ногу или сломать руку, или выйти прогуляться на улицу с детской коляской. По подсчетам специалистов, под действие этой программы попадает более 400 тысяч жителей автономного округа. В обычное время мы даже не задумываемся над тем, как все эти пандусы и лифты помогают тем людям, кто на коляске передвигается всю жизнь. Потому что другого способа, увы, просто нет. Сейчас технологии позволяют делать удивительные протезы, но есть, например, категории инвалидов, кому они просто противопоказаны. А занятие спортом – это тоже один из способов преодоления барьеров. И люди с физическими ограничениями знают, что спортсменам жить немного проще. Программа создания безбарьерной среды в Ханты-Мансийском округе позволит поднять статус жизни этой категории людей. Множество из них хотели бы быть полезными обществу, и это станет возможным уже после первых шагов по реализации программы.